Могу сказать, что как актер Депардье, конечно же, блеск. Как режиссер совершенно не имею понятия, как россиянин вообще ничто, потому что не знает специфики нашего народа, быта, всей культуры. И снимать, тем более, фильм о Чечне, я думаю, он точно так же это знает, как о морских котиках, живущих во льдах. Поэтому, блядь, ну смех какой-то. То есть человек убежал от налогов, а теперь мы должны из этого страдать. Это фильм называется «Чечня глазами француза».